же можно, да, рассказать про свой забитый мяч? Да, ничего такого, пошла подача, и мне Макс оставил, так сказать, там просто попасть в ворот надо было, там перед вратарем много народу было, и там почти без шансов ему было отбить, потому что, ну, не видно. Ну, попал, да. Бывает. Ну, вообще, до последних минут не оставляла какая-то надежда на то, что на положительный результат? Да, на самом деле, давно надо было и отыгрываться, и выигрывать. Были моменты, пропустили два ненужных гола, что в первом тайме, что во втором. Но это первая игра, и мы еще наигрываем связи какие-то в обороне, в атаке. Но хороший спарринг был. Команда, не скажу, что самая сильная против нас была, но хорошо, что не проиграли, это да, но качество игры оставляет желать лучшего. Будем работать, у нас еще есть целый месяц. Завершается первый сбор. Для тебя это был первый сбор с нашей командой. Расскажи, как проходит адаптация, как себя чувствуешь в коллективе новом? Да, на самом деле быстро влился, я думаю, много кого знал до того, как приехал, и тренерский штаб. Тепло все встретили, что от администраторов да, там, до игроков все общаемся. Нет такого, что с кем-то не общаюсь, со всеми потихонечку, мне все нравится.